Сегодня у нас стартует акция «Праздник детям». В преддверии Нового года хочется осчастливить каждого ребенка. И тоже призываю каждого жителя, каждого болельщика этого города, чтобы пришли и подарили какие-нибудь подарки, мягкие игрушки детям, которые нуждаются в этом. И если не успеют сегодня, у нас еще есть целый месяц, вплоть до Нового года. Поэтому будем очень рады видеть каждого жителя города на Красной площади. Команда «Кубань» на протяжении многих лет является олицетворением народной команды в нашем регионе. И главное, что у нас есть, это наши болельщики. Ведь мы прекрасно понимаем, что наша ответственность перед ними – это не только игра. Благотворительная акция дает старт сегодня и будет продлена до Нового года, до нашего общего праздника. Давайте вместе сделаем счастливее людей тех, которые действительно нуждаются в нашей помощи.